Здравствуйте, в прямом эфире программа «Тема дня», в студии Роман Быков. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим снова о ЕГЭ. Отгремел, отшумел он не так давно. И тут же посыпали заявления на федеральном уровне, причем такие, знаете, громкие. Например, вот в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов Ярослав Нилов написал: «Хватит терпеть издевательства над детьми, школьниками и их семьями. Отменить ЕГЭ!» И многое-много такое сразу, то есть, видать, наболело после очередного раунда сдачи единого госэкзамена. И как раз сегодня мы об этом поговорим. Стоит ли отменять ЕГЭ? Зачем его, в конце концов, вводили? Как он менялся? И может действительно все оставить как есть? Или вернуть к старым добрым советским, а кто-то скажет, вообще еще дореволюционным гимназическим временам, когда сдавали по билетам экзамены, по целому спектру предметов, когда их было совсем много, мне повезло, я сдавал уже меньше, но я тоже учил билеты добросовестно, ну или не очень, если честно. Но тем не менее, об этом мы сегодня поговорим. А вы звоните нам по телефону 300-190, у нас прямой эфир, и высказывайте ваше мнение о ЕГЭ. Вы родитель, может быть, вы как раз недавний ученик школы только сдали, или вы сдавали ЕГЭ 2-3 года назад, учитесь в вузе, и у вас есть опыт уже непосредственно, насколько вам помог ЕГЭ сдать, точнее поступить в вуз и потом нормально учиться. А тем временем хочу представить гостей нашей студии. Начнем с прекрасных дам. Это Галина Константиновна Лопушинская, заведующая кафедрой госуправления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день. Добрый день. Это Вера Петровна Панкова, директор средней школы номер 34 областного центра. И ее коллега по педагогическому мастерству, наш известный учитель английского языка, победитель профессионального конкурса «Учитель года», на всю страну прогремел, Андрей Валентинович Мишин. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, уважаемые гости эфира, ну скажите, ЕГЭ уже даже не один десяток лет существует, он, конечно, вводился, помним, не единовременно, сначала экспериментально, чай школ, больше. И тем не менее, я думаю, уже можно заслуженно подводить какие-то объективные итоги, не какие-то по горячим следам, а уже после многочисленного анализа. Что вы думаете? Роман, ну что, можно начать, да? Прекрасно, да, у меня первое слово. Во-первых, прозвучало, что отгремела итоговая аттестация. В основном, да. И хочу сказать по своей школе, то, что 56 аттестатов мы выдали. Было 56 выпускников, 56 аттестатов. То есть все справились с единым государственным экзаменом, что радует. Конечно, лучше или хуже, это уже другой вопрос, но во всяком случае аттестаты все выданы. Итоговая аттестация прогремела. Что касается ЕГЭ. Ну, во-первых, вот эти слова: государственная итоговая аттестация. Без нее никак. Она должна быть либо в форме ЕГЭ, либо какая-то другая форма. Ну и по поводу ЕГЭ. Я считаю, что, ну, во-первых, у единого экзамена есть и плюсы, и минусы. Какие плюсы? Ну, назову два, например. Первое, это то, что дети могут, сдав ЕГЭ, могут уже потом с этими же результатами поступать в высшее учебное заведение. То есть они сдают экзамен один раз. Не как когда-то сдавали сначала в школе, потом при поступлении в ВУЗ. Я не говорю о дополнительных экзаменах. Второе, плюс то, что могут подавать сразу в 5 вузов. Не так, что уехал в какой-то город или в своем городе поступать в какое-то высшее учебное заведение, а в другой ты уже пропустил приемную кампанию, как было когда-то. Вот, это плюсы такие, два, их больше, но пока два назвала. Минусы. Минусы, вы знаете, минусы такие, они будут касаться всех групп, скажем так. И первая такая задача, которую я считаю, что нужно поставить, это минимизировать негативные последствия, которые, к сожалению, есть. Коротко скажу. С точки зрения разработчиков, действительно, есть такая критика, что сама спецификация, может быть, не спецификация, а задания ЕГЭ, они не всегда соответствуют образовательной программе. И детям приходится готовиться дополнительно. Это как? Да. Ну, вот, если что, раскрою чуть позже, сейчас вот коротко, чтобы, да, вот это первый момент. Второй момент, это то, что... Безусловно, стресс есть у детей, и я говорю, минимизировать эти негативные последствия, причем разговаривала с детьми, говорю, ну как, вам не хватает психологической поддержки, они говорят, даже вот не это, вот не это, вот то, что, скажем так, их ожидания должны быть более оправданы, а чтобы они были оправданы, были у выпускников ожидания, они ожидания результата. Они будут готовиться, готовятся там 2-3 года кто-то, да, а балл получает меньше, чем они ожидали. Чтобы вот это тоже... Ну, простите, я вас, извините, перебью, но мне кажется, это всегда было во все времена. Я тоже готовился к школьному экзамену по английскому языку. Я ходил на дополнительные курсы, да, уже тогда это были, вот это капиталистическое явление, но был капитализм уже 92-й год. К замечательному педагогу, вы, может быть, ее знаете, Белькович. Конечно, Людмила Николаевна, чудесно, и преподаватель, по тем временам, понимаете, дорогие телезрители, это было нечто. У тебя учитель английского, который был в Англии.
который тебе говорил, ну, круто, что конечно, нужно говорить не согласно постановлению ВЦСПС The Table, а как говорят, к примеру, в Йоркшире. Это было замечательно. И тем не менее, я вот очень ожидал, что сдам, ну, разволновался, все что угодно, я, по-моему, на троечку сдал. Роман, я очень огорчил тем самым. Почему я говорю минимизировать? Я понимаю, что, я не говорю, что убрать невозможно, конечно, волнение всегда бывает и тоже сказывается. Минимизировать, то есть, чтобы разработчики больше продумали, понимаешь, работа это идет, но все равно, чтобы она была более тщательной, да. Второй момент, чтобы педагоги, все-таки учителя, как я говорю, что если мы ребенка допускаем к итоговой аттестации, ну, мы понимаем, какой должен быть у него результат, и так далее. То есть педагоги, чтобы так выстраивали свою работу и на уроках, и во внеурочное время, чтобы это работало на результат. Ну и, конечно, сами дети, понимаете, они бывают иногда какое-то время так не очень работают тщательно, да, или, а потом начинают вроде как крутиться, и потом получается результат не тот, который ожидали. Так, извините. Всегда было, но что касается, может быть. Ну, в нашем времени мы готовились к итоговым школьным экзаменам, начиная с 1 сентября, прям, 11, точнее, на 10 тогда еще класса, ну, нет. Ну, здесь я это дети. Ну, Роман, все равно были такие, как говорят, зубрилы, которые действительно, а в массе своей, ну, дети, они дети. Но хочется погулять, все равно поиграть. Есть ощущение, что эта работа должна быть более системной. И я не затронула еще родителей, а родители, во всяком случае, они, скажем так, в меньшей степени должны давить на детей, а они должны как-то разбираться с ребенком. Раньше, да? Не давили. Или, возможно, ты, да. Да даже учителя, ты должен поступить в университет, а иначе пойдешь на завод. Ну, а нет, даже дворником. Ну, так и было и в наше время. Ну, вы что, давили? А я всегда говорю детям, даже если дворником, то быть лучшим дворником. Вот я мотивирую детей своих, да. Не важно, куда ты пойдешь. Такое советское клише, любой труд почетен. Да, любой труд почетен. Правильно. Я очень горжусь детьми, которые не только стали там какими-то выдающимися с точки зрения понимания общества, а просто хорошие работяги. Вот за 35 лет я как раз таких тоже в своей практике наблюдаю. И я считаю, что ЕГЭ в этом плане им тоже помогает. И они метут улицу, декламируют Шекспира на английском. Это вопрос интересный, что они метут совершенно. Но те, кто хотели, они добились результата. Это нормально. А вы знаете, вот сегодня приняла участие в заседании Совета первых. И там тоже такой лозунг, да? Будь первым в любом деле. Там ты дворник, ты там сейчас трудовое обучение, ты будешь убираться в классе или что-то. Будь первым, будь лучшим. Сделай это лучше всех. Поэтому здесь это нормальная установка, что быть первым, ну, в любом направлении. И самое главное, что сейчас мы говорим, что любая компетенция, которую ты не получишь, например, в школе там, или там, после школы, она тебе в дальнейшем пригодится в жизни однозначно. Поэтому, ну, так вот, такой небольшой комментарий. Вот, кстати, Антон, который возглавляет в регионе это движение, я его сегодня спросила, вот, как ты относишься к ЕГЭ? Думаю, я вот иду на эфир, а он говорит, положительно. Говорит, я считаю, что это... То есть, по большому счету, я, например, за единый экзамен, но, конечно, вот с учетом минимизации тех рисков, которые существуют сегодня. Блин, кстати, ну как представитель вуза? А я вот против. Я больше вижу, хоть говорят, в каждом свинстве кусочек ветчины, и есть плюсы и минусы в ЕГЭ, но я больше свинства в нем вижу, потому что я получаю в вузе тех, кого мы называем сейчас дети бабушки Яги. Ну, ЕГИ. И они отличаются от тех, кто приходил после экзаменов. Нам есть чем сравнивать. И я даже произнесу, чем. Что, например, меня не устраивает в ЕГЭ. Меня не устраивает в ЕГЭ то, что наши дети, придя на первый курс вуза, чаще всего не умеют говорить. Плохо коммуницируют. Это очень важный момент. Бога ради, вас прерву. У нас коммуникация с моей коллегой. Она мне показывает, что нужно выпустить рекламу. Буквально 3 минуты, а потом продолжим. Интересно вас послушать. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Говорим о ЕГЭ. Галина Константиновна, продолжайте. Ну, на самом деле, вот это отсутствие умения работать в команде, командная коммуникация – это то, чего мы теряем на этом ЕГЭ, потому что там результаты индивидуальные, и каждый борется за себя. А очень часто потом ребенку, выбирая профессиональную сферу, надо уметь встроиться в коллектив. И это бывает непросто. Плюс к этому, конечно, они на ЕГЭ теряют принцип свободы рассуждения, логики, нестандартных подходов. Это очень видно. Все равно, хотим мы или нет, школа нацелена на результат. На результат ЕГЭ. И в последних классах, хотим мы или нет,
школа плюс репетиторы натаскивают на задание ЕГЭ. Что это значит? Это значит, как только задача чуть нестандартней, а он не знает, как к ней подойти, он не видит знакомых циферек и букв. Это очень тяжелая позиция. Мы на этом теряем тех, кто на самом деле ложился в основу кадровых прорывов в развитии экономики. Вот я произнесу, мне очень нравится, конечно, движение первых, но для экономистов это катастрофа, потому что это навязанный в информационной войне шаблон. Быть первым. Не надо быть первым. Надо быть уникальным. Весь бизнес, все развитие, оно выстраивается на уникальности. Если ты делаешь то, чего не делают другие, ты можешь это делать, то ты заранее гарантируешь себе успех. Поэтому, когда мы им говорим «будь первым», когда мы их ориентируем на высокие баллы стандартного подхода в ЕГЭ, то с одной стороны, конечно, несомненно, мы упрощаем барьеры поступления в вузы. Захотел из Твери и подал документы в Дальневосточный федеральный университет. А нет проблем, есть цифровая платформа, единый портал госуслуг, через который ты можешь подать куда угодно. Но это не, например, убирает дифференциацию между семьями. Какие-то семьи могут потратить деньги на репетитора и гарантировать, натащить высокий результат ЕГЭ, условно говорю, при подготовке, качественный, хороший. Но мало подать документы и, например, с этими баллами поступить в МГУ. Ребенку надо будет жить в Москве. А если еще не дадут общежитие, то снимать квартиру, обеспечивать питание, обеспечивать проезд. Я говорю не просто так, я, например, говорю как мать. У меня младшая дочка как раз попала под введение ЕГЭ, и мы поступали по ЕГЭ в Москву. Да, несомненно, есть возможность подать документы в ряд вузов. Да, мы видим там, вот в этом университете мы проходим на бюджетное место, все хорошо. Но сразу встает вопрос, а если первому курсу не дают общежитие, где ребенок будет жить? Требуется питание. В Москве уровень жизни, прожиточный минимум другой, не потому, что это от нас далеко, да, 1,5 часа на ласточке, это вроде бы кажется, как с другой стороны Москвы доехать, но цены другие, стоимость другая. Не каждый может отправить из Оленинского муниципального округа своего ребенка, даже с высокими баллами, учиться в Москву. Выбор есть. Есть, вроде бы. Нет, почему? Он даже и не вроде, потому что налажена как раз вот коммуникация. Даже вот встреваю в разговор, смотрите. Британский джентльмен молчали. Во-первых, да, я хочу сказать, что ЕГЭ для меня это действительно моя родная стихия. Я занимаюсь как автор-разработчик ЕГЭ, как эксперт ЕГЭ и, главное, как учитель, который готовит успешно все эти годы к ЕГЭ в том числе. Ну, параллельно готовит к Олимпиадам, готовит к кембриджским экзаменам, готовит к ДВИ, у нас сохранились вузы, и к другим достаточно интересным испытаниям. Кстати, я совершенно вот не заточен, как учитель, который 35 лет работает в Твери, на то, что главное это ЕГЭ. Главное, чтобы мои дети, по мне, так знали вообще язык, например, да, и они его знают, как ни странно, и поэтому ЕГЭ мне совершенно не является помехой. Но первое, что я точно хотел сказать, вот, не знаю, обращаясь вот сегодня к родителям, к детям, будущих, наших десятиклассников, успокойтесь все, пожалуйста. Вы, конечно, слушаете, что тут все говорят вокруг, и СМИ, и так далее, но ЕГЭ завтра никто не отменит. Вот вы, десятиклассники, сегодня, ребята, вы уже начали готовиться, вы уже реально вот стоите на такой серьезном выборе, и завтра, в 25-м году, вы будете
сдавать ЕГЭ. Конечно, что-то может измениться там в КИМе. Мы каждый год какое-то там содержание смотрим, как сделать его лучше, интереснее, важнее. Но сам принцип этого экзамена пока останется. А с точки зрения коммуникации, мне кажется, наоборот. Возможность ребенка, сами подумайте, подать в 5 вузов, на 5 специальностей, это великая вещь к чего? Что он начинает критически, это мой любимый принцип обучения, мыслить. Здесь пройду, здесь есть общежитие, здесь нет общежития, есть запасной вариант, моя родная любимая Тверь. Вот я вижу, как мои дети мобильно, условно, передвигаются. Я этого не видел, как учитель 90-х годов. Я знал, что они должны к чему-то готовиться. Я был абсолютно, вы знаете, такой а-ля слепой учитель, который, выпустил, молодец, язык, в принципе, знают. А как они будут его сдавать, знал только некий мифический преподаватель, даже вот в нашем университете. На юрфак сдавать английский, на РГФ к нам и на филфак, это абсолютно три разные команды. Раньше принимали по билетам. И если мой ребенок вдруг захочет вот так метнуться, он уже не имел права делать. Он был, вы знаете, как в этом комплексном обеде. Ему сказали, будешь есть первое, второе, третье. ЕГЭ, вот снова. Минусы ЕГЭ я могу рассказывать вообще тут часами. Но плюс, вот как раз с точки зрения мобильности, что он больше возможностей сегодня имеет коммуницировать, что он как раз умеет работать. Я же вижу, как они в команде условно объединяются и для себя ищут разные пути и подходы. Потому что здесь удобно сдать ЕГЭ, здесь удобно набрать дополнительные баллы, чтобы там сдать ГТО, поучаствовать в каких-нибудь волонтерских программах, здесь поучаствовать в олимпиадах. Вот у меня сейчас, вот, на примере даже 10 класса, я вижу, как они активно весь год себя ищут, как они вместе работают, как они критически подходят к этому делу. Поэтому я бы все-таки в общем вот такой генеральном направлении не стал бы, конечно, никакой ЕГЭ отменять. Я бы что сделал, конечно. Мне очень понравилась инициатива Владимира Владимировича Путина. То, что он дал детям возможность пересдавать вот это ЕГЭ сейчас 4-5 июля. Действительно, у нас были дети, которые не добрали баллы, и наоборот, которые, набрали хорошие баллы, но им показалось, нет, вот что-то я стресснул, я пойду. Вот моя мечта, я думаю, я тоже буду ее активно продвигать, давайте в каждом регионе, как во всем мире, создавать региональный, постоянный центр сдачи ЕГЭ круглогодично. Хочешь? Иди, сдавай, пробуй, сравнивай свои баллы, готовься. Натаскивать к ЕГЭ 2024 и к ЕГЭ 2001 – это абсолютно две разные вещи. Вот когда мы начинали ЕГЭ, условно говоря, да, я могу согласиться, у нас, хотя в языке у нас сразу было все по-другому, в общей массе, да, были там всякие тестики и так далее. Сегодня, вот если даже мы берем 100% спецификацию, качества современного ЕГЭ, например, по иностранным языкам, это такой мощный, комплексный, серьезный международный экзамен, где у тебя проверяет все, от говорения до умения слушать и понимать чужие тексты. Писать эссе на языке, господи, когда бы в 90-х годах мои дети могли писать эссе, сегодня они его пишут. Они при этом, еще раз повторяю, точно навыки мягкие, критического мышления, коммуникации, сотрудничества, непосредственно вот этой креативности, творчества. Но они проявляют, а там невозможно просто взять и написать. Там всегда нестандартные задачи. Я думаю, в химии такая же история, конечно, происходит. Да. Поэтому я бы все-таки, уважаемый, выступал пока за. На самом деле проверка навыков говорения, активного слушания для иностранных языков, несомненно. Мы просто добились прямо высоты за счет ЕГЭ, кстати. За счет ЕГЭ возможность услышать записанный текст стандартный, возможно. Но мы разделили, например, ЕГЭ по математике на базовую и профильную. Сейчас можно сколько угодно давать, и правительство Российской Федерации дает контрольные цифры приема, бюджетные места под инженерные специальности. А кого набирать, если профильное ЕГЭ выбирают немногие? И выбирают немногие, и пишут не очень хорошо. И вот эта ситуация стрессовости ЕГЭ, это на самом деле очень тяжелая, проблемная позиция для ЕГЭ сегодняшнего дня. Может, если будет что-то меняться, если возможно для базовой аттестации на базе школы будет использоваться некий стандартный набор ЕГЭ, а вузы, которые набирают студентов, будут проводить какой-то дополнительный, например, профессиональный экзамен, это будет правильно. Я просто произнесу следующее.
проще. Мы же понимаем прекрасно, что проверка захода школьника на ЕГЭ, она жестче, чем при голосовании на выборах. Нет, я при этом абсолютно согласен. Я согласен, что если, например, будущему врачу скажут, а ты еще пройди какую-то допрофессиональную подготовку, и мы посмотрим, вообще ты можешь вот быть врачом-то, ты можешь помимо ЕГЭ общаться с людьми, с которыми ты будешь находиться. Я только за. Вот, кстати, с этой целью, я считаю, у нас в регионе очень хорошая идея возникла. С прошлого года у нас возникло допрофессиональное в 10-х, в 11-х образование. Да. То есть, фактически, мы не готовим будущие такие прям настоящие специальности, но мы показываем. Попробуй стать вожатым, попробуй стать, там, не знаю, секретарем, машинисткой. То есть, что-то сделай, попробуй вот в этих рабочих специальностях, как ты сможешь но себя ощущать. Эта идея мне очень понравилась, потому что она дала возможность понять, ну, как бы, свой мир-то расширить. И вот я на врача бы точно давал бы возможность. Иди сначала в больнице поработай, посмотри, можно, что там творится. Можно несколько комментариев, Роман. Ну, первое, то, что, да, когда, ну, как я практик, да, директор школы вообще и учитель химии, да, совершенно верно, общаясь с детьми, те, кто уже сдали ЕГЭ, я говорю, ну, спрашиваю, как правило, говорят, что нам понравилось. Нам понравилось. Единственное, что говорят, что я бы попробовал, что пересдача и так далее. Я действительно за вот эти центры сдачи ЕГЭ, чтобы ребенок, ну, действительно мог улучшить свои результаты. Пусть там не в этом году поступит, в следующем. Но чтобы, если есть стремление учиться, это надо поддерживать. Поддерживать, и пусть он набирает свои знания. Нет, он может в 10 классе сдать один экзамен, да, в 11-м как другой. И были такие это мысли еще несколько лет назад. Да, и мне кажется, к этому надо вернуться. Конечно. Чтобы была вариативность, то, чтобы можно было выбирать. Да, и стресса будет меньше. Про психологическое благополучие, как бы я уже говорила, да, и это один из таких важнейших моментов современной жизни, на который, может быть, мы мало обращаем внимания. Почему я говорю, что дети тоже говорят, мы вот даже мы не знаем, поможет нам психолог, нет, что нам поможет. Я считаю, что поможет комплексная подготовка, чтобы все были как бы заинтересованы и все правильно принимали какие-то правильные решения. И по поводу того, что школа не готовит там к командной работе или что-то такое, я тут совершенно против. Почему? Потому что, вот, например, у нас с 23-го года мы стали инновационной площадкой Российской академии образования. Тема нашей инновационной деятельности – это позитивная школа. И она включает не только академические вот эти результаты, да, о которых мы сегодня говорим в основном, она включает реально социализацию, потому что даже в законе образования на первом месте воспитание, социализация. Ой, я сейчас немножко возражу. Вот после телефонного звонка, который у нас сейчас в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, город Тверь. Вот сейчас главным аргументом против ЕГЭ является стресс, который происходит из-за того, что у учеников отнимают телефоны, обыскивают камеры постоянно во время всего процесса. Но ведь раньше, в советские времена, тоже не допускались там какие-то подгляды, шпаргалки и так далее. Вот телефонов не было вообще, но сдавали при этом гораздо больше экзаменов. И такой же был стресс. Так вот и вопрос, почему же все-таки хотят избавиться от ЕГЭ? Спасибо. Можно я чуть-чуть прокомментирую? Значит, смотрите, во-первых, здесь те команды, которые проводят ЕГЭ, тут разные подходы могут быть. Во-первых, можно спокойно сказать детям, да, ребята, на ЕГЭ запрещены все средства связи. И, как правило, ну, мы принимаем 9 класс, пункт у нас в школе, слово, да? Слово обыскивают, точно не обыскивают. Да, точно не обыскивают. Не видел просто ребенок такого. Сразу, если он даже, например, говорит, ой, я забыл точно, и побежал обратно. Затем, если, например, уже зашел ребенок на пункт, то извините, в аудитории есть организаторы, есть общественный наблюдатель, есть видеонаблюдение. Но, вы знаете, такое прям вот зацикливаться на этом, что там спишет, телефон пронес, мне кажется, не стоит. Потому что столько степеней защиты, чтобы все-таки в полном объеме не был списан этот экзамен, что здесь можно поспокойнее к этому относиться. И я согласна с автором звонка, с Екатериной, то, что ну, это всегда было. Ты идешь, это конкуренция, конечно. И нормально. Если есть правила, потом, их надо соблюдать. Вот я заканчивал школу, 8 экзаменов и 4 экзамены в ВУЗ, да? Вот. В июле это МГУ, в августе это ТВГУ, потому причем, что ты дергаешься. Причем, скорее всего, программы немножко отличались, все, да? Не то, что отличались. Вот. Программы вступительные в МГУ и программы в ТВГУ вообще разные были. Причем та и другая были для меня абсолютно закрытыми. Я не знал, к чему вот. Готовиться. Ну и 8 школьных экзаменов. Кстати, хочу отметить, а сейчас ведь существует по каждому экзамену существует пакет документов, да? Конечно. Мне все лично открыто. Всего больше нравится спецификация, где прямо, ну, прописано. Я понимаю, что Галина Константиновна говорит, что это сужает там знания детей, но какие
вот опять брать химию, у нас там предмет, вопрос есть. Химия переходных металлов, да, в школе, может быть, не так много уделяется этой теме время, и бывает, дети делают много ошибок в этом направлении. Когда мы задали вопрос разработчикам, ну, зачем вы такие сложные вопросы, они говорят, ну, тема-то эта заявлена, да, она более широкая, да, ее, может быть, дети там на элективе, это курс по выбору, где-то еще должны это разобрать, или самостоятельно. Потом школа не обещает всем 100 баллов, правильно? Да, и это тоже. Нормально. И потом, знаете, по поводу репетиции, да, я понимаю, что как-то сложилось вот это, что как дополнительно еще должна заниматься. Я родителям обычно говорю, вы вначале возьмите все, что нам дает школа, а даже школа дает немало. Это уроки, да, это вот эти курсы по выбору. Если надо, еще организуем курсы, такая возможность есть всегда. И вот сейчас я наблюдаю, что есть дети, которые говорят, а я без репетиторов сдавал. Но не просто то, что, ну, я говорю, ты сначала послушай на уроки, послушай учителя. Сейчас много онлайн-курсов. Бесплатных. Бесплатных, да. И дети говорят, когда мы вот все вот это сами анализируем, потому что западает, работаем, и говорят, мы сдали, да нет, нет, неплохо, а потом можно же поддержать. Вот мы организуем волонтерское движение с сельскими ребятами, я занимаюсь абсолютно бесплатно, да, мы набираем группу. Конечно, группу, если и, есть желание учиться, формы, да. Сегодня снова подготовиться к ЕГЭ, это не только зациклиться на репетиторе, хотя и в 90-е годы оно процветало со страшной силой. Фактически ведь одна из идей вот начала ЕГЭ, это коррупция в вузах в 90-х годах, да, просто страшенная, конечно, да. Когда было просто, ну, невозможно поступить, ну, грубо говоря, без блата такого, да, да, если мы там случайно кто-то вот проходили в эти вузы, но это правда была сказка. А так мы знали, что творится. Но сейчас произносит правительство Российской Федерации про коррупцию на ЕГЭ, потому что достаточно большое количество мест в вузах Москвы занимают 100-бальники по ЕГЭ из определенных республик. Не, нет, я, мне кажется, это уже у меня в этом году есть очередной 100-бальник, я очень рад за нее, я знаю точно, что это просто девочка, которая 10 лет трудилась, выучила, и когда она получила свои 100 баллов, я считаю, вот, вот точно, вот стоит. Но у нас есть тоже 100-бальник по химии, но я знаю, что этот мальчик всю жизнь, все 11 лет учился на 500, с медалью закончил, все дети и доверие полное. Все дети разные, но для нас все равно существует проблема, вот мы, например, как экономисты, смотрим на эту ситуацию, когда увеличивается количество суицидов, как это ни парадоксально, сразу после завершения приемных кампаний, когда прошли ЕГЭ, когда у многих не получается набрать... В моей практике не было такого никогда. Коррупция, что из... То есть, а как, каков механизм-то? Нам же говорят, все равны, как перед Богом. Набрал 90 баллов или 100? Если бы механизм получения 100 баллов по ЕГЭ был бы прозрачен... А нам его... говорят, что он прозрачен. Нет, его можно было бы сразу пресечь. В каждом регионе, где все это выявляется сейчас, используют свою схему. Ну, например... Ну, например, когда ребенок абсолютно точно, несмотря на то, что пишет в другой школе, может реально выйти, может реально обратиться к дополнительным источникам, если... к помощи другу, если это кто-то где-то не увидит. Нет, не, я перебиваю, что вот если бы об этом был разговор 10 лет назад, когда ЕГЭ было, я бы точно сидел бы и кивал бы. Зная сегодня, какую работу проводит Рособранадзор, мне даже иногда это пугает, вот реально. То есть вы считаете, такого сейчас быть не может? Массовый, по крайней мере, массовый, я в это не поверю никогда. Конечно. Вот 5 лет назад, 10, я бы еще, так сказать, когда, помните, закивал, темы, когда закивал бы. По русскому языку, они были у нас, республик. В регионе были проблемы, мы все это проходили. Я говорю, я вот в ЕГЭ, что называется, с самых первых дней. Сегодня, не, я реально вижу, как мои эксперты сидят и нас всех с за этим видят, вот просто, что происходит, да, все обезличено. Как учителя, они же даже вот, ну, знают, грубо говоря, где им можно ходить в кабинете, а где им нельзя, потому что там действительно все четко и организовано. И представить, что он просто пошел куда-то, как вот в начале ЕГЭ, типа, мог позвонить, сказать, типа, ну-ка, подскажите-ка мне ответ, да, сегодня, ну, вот снова, нет, моя практика показывает, вот нельзя. Галина Константиновна сказала, верю. А если в вашей школе позвонят, скажут, а вот ученик Иванов, а вот он пусть пойдет в туалет, допустим, и на полчаса, ну, директору позвонят, откуда
откуда-нибудь, вот оттуда. Ну, вот если бы, нет, вот если бы директор только бедненькая, или хорошенькая, или плохенькая была бы одна, а в этом пункте наблюдатели, представители всяких этих чиновничьих организаций. Скажут. А вот попробуйте всех, вот чем, вот вы знаете, на, у нас также про выборы любят говорить, понимаете? А ты попробуй убедить всех вот в одном пункте, да, когда собралось 40 человек разных, чтобы все сказали, ну, мы сделаем вид, что вы там проголосовали за кого-то. Вот, вот здесь, кстати, великолепное сравнение выборы ЕГЭ. Вот про них тоже, что только не говорят, но я реально вижу, что они вот проходят честно, вот это видно, ЕГЭ. А где-то вот что-то там происходит, ну, единично, наверное. Ну, единично, нарушение, можно, да. Знаете, и здесь, да, может быть, и наши слушатели, зрители, там, ну, какие-то моменты не знают. Я так являюсь директором школы, мы принимаем, правда, 9 класс ОГЭ. Я хочу сказать, что и ОГЭ, и ЕГЭ есть определенные инструкции, причем у каждого жесткие. Человека, кто, жесткий, кто находится на пункте. Да, я все понимаю, да. И каждый человек, в общем-то, он, ну, не готов к нарушениям, да, все-таки мы... Нет, а потом есть такое понятие, да, профессиональная честь. Ну, позвоните, да, да, мне, ну, попросите. Да. А я не хочу свою репутацию профессиональную разменять ради какого-то одного звонка, конечно, или какого-то одного непонятного человека. Смотря кто позвонил. Неважно. Не знаете, важно. В конце концов, народный должен оставаться народным, но правильно? Этические, да, принципы, да, это, конечно, то, да, что, конечно, выделяет на самом, да, деле, да, Тверскую, да, область, мне кажется. Ну, учителей и учителей. И также мои эксперты. Почему они должны идти, вот, типа, там, мне захотелось чего-то, с какого перепуга, хочется сказать. Но на самом деле, вот эта система организации, как на выборах, это для ребенка достаточно большой стресс. Конечно. И вот с моей точки зрения, проблема ЕГЭ в том, что к этому стрессу, к такому стрессу, к такой организации ЕГЭ, это мое мнение, он не готов. Вот представляете, он учился в своей родной школе со знакомыми педагогами, к кому он привыкал, ну, например, с 5 класса, по 11, можно а чуть-чуть тут его, да, дополнить. Сейчас, да. Можно телезрителю дадим слово, хорошо, а потом хорошо, продолжим. Да, слушаем, да, вас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Вопрос школы. Очень много тут плюсов говорят про ЕГЭ. А вот скажите, зачем каждый год изменять и усложнять задания, например, вот по биологии, если сравнить там, я не знаю, про английский, тут Миша ваяет все. А биология, уже такие задания сложные идут, что вот особенно генетика. Зачем это делается? Они не хотят, чтобы дети в медицинские вузы поступали. Уже сколько можно изменять? Каждый год мы мучаемся, мы готовим детей, а все сложнее и сложнее. Задача, на которую надо потратить минут там 40, половина экзамена для того, чтобы ее решить. Ага, согласна с вами. Сейчас, извините, спасибо, Андрей звоночек. Ильич, просто так как я учитель химии, да, тут биология, действительно, в медицинский там обычный химию и биологию задают. Я согласна с тем, что задания меняются, хотя считается, что банк один вроде, да. Вот, и в химии у нас бывают такие сложные задачи, что ребенок говорит, я вот готовился 2 года, а мне встретилась такая задача, которая... Как такое может быть? Вот такого бы... Почему я говорю, что нужно вот эти риски минимизировать? Я а с почему этого, их я не с этого минимизируют? Начала. 20 лет уже, а вот... Вы знаете, работают. Потому что я тоже знакома с разработчиками, мы слушаем семинары, вебинары, не просто так, и мы эти вопросы задаем. Конечно, ну, как считается, ну, страна у нас большая, да, и вы знаете, даже, например, есть даже преподавание Санкт-Петербургская или Ленинградская, Московская школа преподавания, там, Тверская, они все немножко отличаются. И, конечно, когда, я тоже являюсь экспертом ЕГЭ, когда мы проверяем, и наш председатель из Тверского университета говорит, мы всегда обозначим какие-то точки изначально, да, проговариваем. И плюс еще бывают такие перекрестные проверки. И даже когда мы говорим, что, ну вот мы вроде как, мы считаем, что надо принять, что это правильно. Вот, но говорят, что, а вы знаете, в критериях чуть-чуть по-другому, давайте мы не будем. Почему? Потому что если перекрестная проверка, значит, эту работу проверяют в другом регионе. Или мы проверяем из другого региона. У нас должен быть единый подход. То есть, я говорю, что и существуют проблемы, на самом деле существуют. Их нужно... Не-не, ЕГЭ, ЕГЭ все равно заложник какой системы. Мы с ЕГЭ, когда разрабатываем, ваяем или разрабатываем, мы не берем, знаете, такой, типа, вот я захотел проверить это, а я захотел проверить это. Есть федеральный государственный образовательный стандарт, базовый и профильный уровень, или углубленно сейчас называется, да, и вот поверьте разработчикам, которые сидят, да, и разрабатывают эти задания в ноябре, в декабре, они под лупой рассматривают, вот это входит в кодификатор, то есть в тему, которая представлена в учебнике углубления, или, скажем, базового уровня, или не входит. Вот даже если я захочу какой-нибудь, там, не знаю, придумать слово необычное, чтобы мне проверить какую-нибудь конструкцию. Не, наваять не смогу. Я обязан жестко
по кодификатору, ну вот я за свой предмет отвечаю, и уверен, что так в этом и есть фишка единого государственного экзамена. Мы, это просто возникает очень часто. А, понимаете, такие задачи, ну как, я не знаю, вот в математике там с Канави какой-то сборник всегда я помню, когда есть. Я учился, да, так вот извините, в советской школе вот с Канави задачи, да, условно, они всегда отличались от учебника, по которому я учился в обыкновенной математической, скажем так, с математической подготовкой. И вот эта фишка и заключается, естественно, в ЕГЭ должны и будут задачи сложные, профильные, углубленные. У нас не все школы углубленные, у нас не все школы какие-то вот с таким подходом, где много часов там химии, биологии, английского и так далее. Это нормально совершенно. Потому что поступают дети, которые, ну, действительно поступают там на биологический факультет, должны большее показать. Так это да? Всегда было. Конечно. Это и поэтому, советское время поэтому, смотрите, какая вещь. Советское время. Для школы, вот я не знаю, по биологии снова мне трудно ответить на вопрос, а по английскому из 100 баллов он должен для школы, вот понимание, что он закончит школу, получить всего 22 балла. Вот 22 балла это условно моя работа учителя обыкновенной средней школы. Что он получает? Он а получает... какие у него оценки должны быть? А я даже... Ну, да не важно. Нет, ну, по ходу года. Четверка его должна быть. То есть, совершенно... если он был четвершником... Он 22 то... балла вот может он, реально... Да, у нас да. Один из самых низких процентов невыполнения заданий по языку, да? И балл один из самых высоких в России по языку, да? То есть, а к чему мысль веду? Что вот его вещь. А для вуза, условно, одного вуза, другого вуза... Баллы устанавливаются разные. МГИМО скажет, давай 90. Тверской университет скажет, давай 80. Это право. Потому что вузы тоже дают какую-то минимальную планку. Она обычно больше. Например, у нас 22, вуз 30 нужно баллов иметь, чтобы начать туда, так сказать, подавать документы. А дальше смотри. Поэтому и раньше, и сейчас нет такого понятия, что мы там что-то усложняем или придумываем. С Канави условные были и остаются всегда. И спецшколы, и подготовка другая, она должна быть. ЕГЭ не должен проверить, ну, простенько, вот, типа, знает таблицу умножения или не знает. Совершенно. Для этого, в конце концов, есть ОГЭ. Ну, конечно, есть там перенос знаний. И задания разные бывают по своей структуре. И как раз вот здесь говорить о том, что ребенок только его натаскали, да? Невозможно. Невозможно. Побеждает тот, кто действительно умеет мыслить, кто умеет сравнить, может перенести из одной задачи в другую. Вот тот справится, как бы может справиться на 100, там, 80 больше баллов. И поэтому 100 вот, баллов да. Могут все получить. Конечно. Это нормально. Конечно. Это нормальная ситуация. Не могло ситуация, быть в классе да. Из 38 человек всех пятершек. Все медалисты да. Не могут быть. Да. Конечно. Но, Вера Петровна, вы да. Обмолвили, что, дескать, школьная программа не совсем соответствует ЕГЭ. А как такое может быть? Вот 20 лет, я понимаю, первые годы какие-то ошибки. Вот уже сколько лет прошло, и у меня в голове это не укладывается. Вот мы же как говорим, что ЕГЭ это некий такой механизм прозрачный, блестящий, и все понятно. И он должен, соответственно, учитывать вот программу школьного учебника. Учитывает. Школьного. Конечно, я согласен. Если человек захочет в МГИМО, ему нужно... Да. И так было всегда. И в каком-то 65-м году. Ему нужно дополнить, напрячься и больше посидеть над английским. Это было нормально. Но если говорить в целом, я к чему? Просто, понимаете, я это из общения с 11-классниками. Mm-hmm. Когда с ним общаешься, девчонка, она такая замученная, ты что замученная? Ну как, говорит, Ром, 8 уроков. Я как 8? Такого быть не может. У нас было максимум 6. 7. Ну, 8 7. Уроков? 7. Нет, сейчас можно 7. Ну это, ну, это, mm-hmm. Это ненормально. Это нагрузка на студента. Это ребенок. Это 4 mm-hmm. пары, 4. У него 8. Причем не один раз. Я говорю, а почему так? Она говорит, ну 2 дополнительных это ЕГЭ. И нам напрямую говорят, ты, конечно, можешь не ходить, но ты не сдашь. На 100 баллов? Ну, нет. Вот да, не на 100 не баллов, в том-то и дело. Порой 22 балла точно. Понимаете, можно. Что это такое? Это же безобразие. Ну, смотрите, 8 Роман, уроков нет, для ребенка. Почему я говорю, что вот минимизировать эти риски, вот эти трудности, с которыми действительно сталкивается и учитель, и ребенок. А вы ну, обратили что... внимание, как много детей стало выбирать известную схему ухода от ЕГЭ, которую сейчас хотят перекрыть? Это уход. После 9 класса, в колледже, получение профессионального образования. И раньше на базе выпуска колледжей можно было зайти да. В вуз. Там, ну, второй, знаете, курс. Вот извините, все меняется. Да, но сейчас принято решение, что даже выпускники колледжей будут сдавать вступительные в форме ЕГЭ. А это правильно, на ваш взгляд? Ну, вы знаете... Ну, вот закончил он какое-нибудь экономическое, ну, из по вашей в каком колледже и потом к вам.
и потом к нам пошел. Но в этом случае, знаете, я считаю, что это отопить камин деньгами. 5 минут горит красиво. Ну да, как Дмитрий Иванович Менделеев. Да, ему выделили деньги, бюджетное место, кормили, прошу прощения, а кормят в колледжах студентов, выплачивали стипендию, чтобы он получил ту профессию, да. И пошел на предприятие, которая нужна экономике региона. Конечно. Например. Но в этот раз вот это не про ЕГЭ, про нашу немножко неправильную систему совершенно. Да. Конечно, я считаю правильно. Распределение после вуза – хорошая идея. После колледжа – конечно. Кстати, если брать советскую школу, то из условных 100 человек, там условного класса, да, 80 уходили в училище после 8 класса, да, а один классик формировался 10-й для вуза. Сегодня мы фактически формируем все для вуза. Вот это я точно соглашусь. А это беда 90-х еще. Да, но это и сегодня продолжается. Мы сегодня все идем, надо, не надо получать высшее образование. Раньше, помните, в 90-е да. Может быть, возникает вопрос. И вот тут государству как раз стоит и подумать. Ну хорошо, закончил ты колледж педагогический. Иди работай. Давай-ка ты в деревню учителем начальных классов на 3 года совершенно. Зачем же сразу на 2-й курс-то тебе идти? Но можно, это не ЕГЭ стало проблемой, как мне кажется. Можно прокомментировать тоже. Да. Ну вот у нас опять по своей школе 34. У нас в этом году 183 девятиклассника. Из них 100 человек остаются в школе. 83 уходят в колледжи. То есть получается чуть больше 50% остаются. Ну, 20, как Андрей Валентинович сказал. Ну да, я имею в виду, что вот такая ситуация. И здесь я хочу сказать, что первое, это проблему тоже обозначить, это проблема колледжей. Там, ну, раньше выпускник 9 класса имел возможность пойти спокойно получить рабочую профессию. А сейчас, ну, это, вы знаете, большие трудности. Дело в том, что мест меньше становится в колледжах, да. И, ну, вот пришли наши выпускники 9 класса, сейчас, конечно, там есть в педагогическом колледже целевое обучение, но пришли девочки, они говорят, мы со средним баллом 5 не поступаем. Я говорю, это как? Ну, вот так, бюджетные места, там 10 бюджетных мест. Ну, могу ошибаться, но это мне сказали дети, да? И эта проблема есть. Это еще дети, у которых там 4,5, аттестат 5, да? А дети, у которых там, извините, 3 или 3,5, которые хотят пойти на каменщика, они тоже не все могут. А образование среднее, все общее, да. И все 10 класс. Еще и даже платно они, бывает, не могут поступить. Вы успокойтесь, да. Я много бываю на предприятиях, и даже включите рекламу, огромное количество объявлений. Например, говорят, что берем есть. С нуля, научим. Стоп, да. Нет, у нас обязательно среднее образование. Он должен получить аттестат либо в школе, либо в СПО. Да, на заводах так нужны нет. Люди, что... Да, нет, мы, у нас мы вот здесь снова сделали ошибку. Что да. берут мы берем обязательное республик. Среднее общее образование, о чем Вера Петровна говорит. Да. Да? И получается, это конституционная гарантия. И получается ребенок, ну, скажем так, далеко не с высокими баллами будущего ЕГЭ, а ему деваться некуда. В колледже мест нету. Да. Пойду в 10 класс, а мы его обязаны взять. У нас даже есть такое слово «универсальный профиль». Будь ты хоть вот просто троечником при троечником. Ну, сиди тут 2 года. Да. Брали. Поэтому, соответственно, для него ЕГЭ-то вообще будет стресс, естественно. Вот здесь, конечно. Кстати, мне нравится идея. Нет, серьезно, мне нравится идея. Он 20 баллов. Смотрите, а мне нравится идея здесь очень хорошая. Я тоже за нее готов. Я всегда за модернизацию. Вот я считаю, вот, ребенок точно знает, что после 10 класса он хочет пойти на рабочую специальность, где прямо его завод будет учить, дайте ему в школе спокойно сдать наш школьный экзамен. Да. Русский язык и математику. Ему выдадим аттестат. Да. Вот здесь я точно так, буду. Да. Вот, да. А что ж не предлагаем? Мы только предлагаем. А центр давайте откроем. Ну вот сейчас собирают эти, как зовут, всякие предложения. Я считаю, что вот эти две вещи мы сделаем серьезно, не отменяя ЕГЭ, доступно, сделаем центры региональные, где можем круглогодично сдавать ЕГЭ, все серьезно, все основательно. И наши дети, которые не собираются идти в вузы, которым действительно это не нужно совершенно, спокойно в школе сдадут 2 экзамена, получат аттестат и пойдут на тот же завод, где их еще и научат, оказывается, то только получать будут 150 шикарно, тысяч, в отличие да? от учителя, и будут да, лучшим, да. лучшими. И вы знаете, ну, вот на еще... самом деле давать ребенку выбор конечно. Обязательно конечно. Надо. Обязательно. Не надо никого загонять. По поводу да. того, что, смотрите, в колледже уходили, действительно, несколько лет назад, согласись, Андрей, было такое, да, что уходили в колледже, боясь вот этого ЕГЭ. Сейчас уже это ушло немножко. И дети идут, единственное, они тоже говорят, что мы все-таки переживаем, как мы сдадим ЕГЭ. И я им говорю, что, ну надо учить. Ну, не просто там, как по вот эти вот, по спецификации, как я сказала, да, это правильно было сказано, и участие в олимпиадах, научно-исследовательской да, да. деятельности. Никто не говорит, это что вот надо отменить вот, да. и все. Нет, давайте к
ЕГЭ искать формы. Они сегодня, кстати, есть. У нас есть такое понятие, как электронное портфолио ребенка. Вот я уже начал говорить там, ГТО можно сдать, поучаствовать в волонтерских организациях, сочинения. То есть это все тоже в его копилку баллов поступления в вузы совершенно. Но есть группа детей, я соглашусь, им совершенно не надо идти это в вузы. Нормально. Да? Это нормально. Все поют вузы, а кто ее заводит? Вот. А нет, сегодня нет, они, конечно. Вот как раз, это, наверное, есть у нас самая такая группа, вот сложная, которая не знает, ну зачем, а надо сдавать, потому что не дадут аттестат, например. А причем они в большей степени конечно. Выбирают те направления ЕГЭ, которые сдать, соглашусь. Как им кажется, соглашусь. Проще. Да, конечно. Мы сейчас начали сотрудничать с нашим шарикоподшипниковым заводом. И как раз мы сейчас выстраиваем программу, только начали, да, чтобы дети могли, действительно, получая профессию и, ну, и помощь, скажем так, в поступлении в колледж, и если захотят дальнейшее обучение и так далее. То есть я думаю, что здесь еще должна быть такая выстроена система работы школы с предприятиями. Вот вы сказали, что с удовольствием возьмут. Давно про это говорят предприятия, давно. Да и колледжи говорят. У меня такой вопрос. Вы говорите, не было ни разу. Но все-таки, ну вот в этом году. А вообще было в вашей практике, что кто-то ЕГЭ не сдал? Вот вообще не сдал. Нет, вообще не сдал? Нет, вы знаете, это бывает каждый год. Вот, а что с ним происходит? Что происходит с такими детьми? Во-первых, смотрите, у нас один экзамен можно пересдать вот в эти сроки, да? И у нас вот был ребенок. Не пересдал, значит, далее он получает справку, идет в вечернюю школу. Да, и вечернюю школу, либо он может пересдать в следующем году. Ну вот, если его возьмут. Возьмут, ключевое слово. Ну что ж, к сожалению, наш эфир подошел к концу, не все удалось обсудить, тема очень интересная, собеседники замечательные, прекрасные, красноречивые, самое главное, с большим опытом и конкретными знаниями. Спасибо большое, уважаемые гости. Всего доброго. Телезрители, вашим детям. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Отменить, не отменить, самое главное, будет хорошо. Главное, правда, хорошо учитесь, и пусть они решат, чего они хотят быть. И доверяйте педагогам. Да. И школе. Меньше ненужного стресса. Правильно. А летом тем более. Удачи. До новых встреч. Удачи. Всего доброго.